Этого парнишку зовут Игорек. Фамилия его Ротенберг. Ему 42 года. С сегодняшнего дня, по информации издания Forbes, он пополнил список российских миллиардеров. Состояние старшего сына российского предпринимателя Аркадия Ротенберга, лучшего друга Путина еще с детства, выросло до 1 миллиарда долларов. Игорь Ротенберг, отличающийся, по всей видимости, очень большими талантами, работал раньше в Минимуществе и РЖД на таких хлебных местах, а потом перешел в семейный бизнес. В 2006 году он возглавил совет директоров управляющей компании APV Engineering. В 2008 году Ротенберги купили у «Газпрома» 5 компаний нефтегазового строительства за 400 миллионов долларов. Естественно, откуда они эти деньги взяли, догадайтесь. На основе этих фирм они основали холдинг «Стройгазмонтаж», ставший крупнейшим подрядчиком на рынке инфраструктурного строительства. Сейчас старший Ротенберг Аркаша, папаша, то есть, строит мост в Крым. А вот Игорек занимается системой «Платон», обирает дальнобойщиков. После введения западных санкций все Ротенберги, из которых Игорь уже третий миллиардер, разделили активы. Младший из Ротенбергов, в частности, получил 50% акции оперативной системы «Платон». У Игоря Ротенберга все хорошо. В стране кризис, а он становится еще богаче. Как и его папаша, живет не кашляет. А вот дальнобойщикам совсем плохо. В полностью убитом регионе Дагестане, где нет вообще никакой работы, люди продали последние машины и сидят дома. От безденежья, обиды и нищеты думают, может быть, им еще какую-нибудь теперь уже дагестанскую войну начать с Россией. Против системы взимания дорожных пошлин «Платон» протестуют дальнобойщики по всей России. Но по Дагестану этот сбор ударит, наверное, больнее всего. Грузоперевозки здесь считаются традиционным промыслом. Рядом граница с Азербайджаном, откуда в Москву и регионы зимой идут овощи и фрукты. Да и к тому же другой работы здесь особенно и нет. Вообще никакой работы тут нету, Губдены. Возьмем, да вот, где мы живем, да, тут никакой вообще абсолютно нет. Каменный карьер, рейсы, все. Ничего абсолютно нет. Понимаешь, ни колхоза, можно сказать. Колхозы, что там есть колхоз? Они сами в долгах, как в щелках этот колхоз. И вот и выживаем только вот на этой технике. Вот. Просто обидно вот это. Государство вроде поднялось, вот Россия туда по всему миру. Уже какое-то лицо в России появилось. Я не знаю, вот в Москве о чем думают. Они не думают, что вот один момент им придется обернуться назад, посмотреть, и там никого не может оказаться. Просто элементарно. Жалко будет вот это все развалить опять. Еле с какого говна вылезли, сейчас обратно такое же говно. В любом случае, хорошо это дело не закончится. Пострадают, конечно, прежде всего простые люди. А вот на предстоящих выборах народ пойдет и проголосует за лучшего друга Аркадия Ротенберга, Владимира Путина, который и гарантировал всем своим подворотным друзьям вот такую замечательную жизнь на 18, а то и на следующие 20 лет. Богатеют не только его дружки, но и отпрыски дружков. А народу, который ведет себя как полностью отмороженный на всю голову, продолжают вешать лапшу на уши, а попросту оббирают до последней нитки. Попадем с такой политикой, я думаю.